Так, ну что, мы приехали к магазину Костка. Все, заходим вовнутрь и смотрим. Can I get whiskey cola, please? Whiskey cola? Yes. What whiskey, man? Evo. Red label, please. Всем привет, с вами Сергей на связи. Как я обещал, мы находимся на рыбном причале. Что, мы подъехали к магазину Костка, сейчас будем заходить. Магазин Костка находится в городе Лэнгли, Британская Колумбия. Так, мы в отделе телевизоров. Смотрим цену. 1689.99. Это 60 инчей LG 4K Smart TV. Так, это что у нас? Это у нас Samsung 4K TV, это 55 инчи, 1289.99 канадских долларов. Так, это что у нас? Это у нас Lorex Security Camera. 6 штук, это High Definition, 1080p. Вместе с плеером продается 499 долларов канадских. Смотрим дальше. Ну, 4 камеры у нас High Definition, 1080 Video Resolution. Что у нас с ценой? 299.99 канадских долларов. Вот я даже себя вижу в телевизоре. Так, это у нас фотоаппараты продаются. Что у нас? Nikon 799, это D5320. А вот у нас Canon. EOS T6 499 долларов. Дальше Canon у нас идет Digital CLR камера T5 489 канадских долларов. Дальше у нас Canon mirrorless камера EOS M10, 559 долларов. Так, посмотрим цену на хлеб. Organic 20 grain train 769. Получается, даже не знаю, сложно сказать сейчас в рублях. 420 рублей. Да, где-то 420 рублей получается. А в гривнах это в районе 200 гривен. Два хлеба. Так, что у нас идет? Weight Watchers Multigrain 4,99. Два хлебца по 450 грамм. 4, грубо 5 долларов, это доллары канадские, 5 канадских долларов, это получается где-то грубо 280 рублей или где-то 125 гривен, 2 буханки хлеба. Так что смотрите. Так, вот наши сладенькие кейки продаются. Брули кейк ванильный. Такая цена 16,99, да? Это у нас 975 грамм. Это Бостон крем кейк 14,99. Ничего, вкусненько смотрится. Так, ну что, пробежимся по сальмону, по ценам.
Сальмон у нас получается $32 за килограмм здесь у нас. Это филе. Упаковочка. 1 килограмм 172 грамма, $30.46. Это филе красной рыбы. Атлантик сальмон филе. $25-26 грубо за килограмм. Это в рублях получается. Можно сейчас посчитать. Посчитайте сами, сколько это в рублях. Если рубль сейчас 60, я даже не знаю, сколько сейчас рублей. Так, ну что, смотрим, что у нас такое здесь. Тилапия рыбка. 13.79. Это все в канадских долларах. Это у нас треска English Style Cod, 19.89, 2 килограмма. Так, это у нас Home Style Orange Juice, 4 упаковки по 1.89 литра, 13.99. Хорошо. Так, это что мы сейчас купим? Мы сейчас купим коконат водичку, которая 18.99. Это 6 литров у нас. 6 литров коконат водички натуральная. Не из концентрата, 18.99 канадских долларов. Хорошо. Так, это что у нас? Starbucks Frappuccino, 22.99. 15 штучек по 281 миллилитр. Вот так вот. Так, что это у нас такое? Sparkling Ice Water. 24 бутылочки по 502 миллилитр, 18.99. Вот такое вот, что у нас. Дальше у нас Red Bull идет. А что у нас Red Bull? Red Bull у нас 24 баночки по 250 миллилитров, 42.89. Замечу, что это все в канадских долларах. А вот у нас интересно, еловые орешки, 29.99, 680 грамм. Вот такие вот орешки красивые, продаются вкусненькие, очень полезные. Это пекан орешки, 908 грамм, 19.99. Вот так вот они выглядят. Так, что это у нас такое? У нас это сушеные грибочки, 17.99, 454 грамма. Wild Mushroom Company, дикие грибочки. Вот такая вот баночка у нас красивая. Смотрим. Так, это что у нас? Healthy Choice Chicken Soup Variety. 10 упаковочек по 399 миллилитров. 12.99. Вот так вот. Так, это у нас Organic Virgin Olive Oil. 2 литра. 19.99. Такая вот бодерочка. Так, а вот у нас Gluten-Free Avocado Oil, 100%, 1 литр, 14.79. Такая вот баночка, как все выглядит. Здесь у нас вообще полуфабрикаты, майонезы, но я так не буду останавливаться долго здесь. Так, это мы возьмем Gluten-Free Rice Cracker, 9.99, 567 грамм. Очень вкусный и полезный, сделанный из риса. Так, ну что, это у нас медицина. Таблетки продаются. Пробиотик комплект. 19.49. Extra Strange Capsules. Диарея Relief. О, пожалуйста, поноса. 17.99. Так, это у нас Advil. 10.49. 500 таблеток. Так вот. Ты на той сам? Thank you.
Thank you very much. You're Have a good day. Take care. And your car. Yeah, it's my car. Thank you. Так, ну что, сейчас купим, наверное, картошечки фрай, вкусненькое покушать. Hello. Can I get two fries, please? Two fries? Yeah. Can I get two fries, please? Two minutes, it's okay. Can I use this card? That's okay. Thank you. Так, ну что, пару минут подождем. Are you recording it all there, sir? No, I just recorded for... Так, взял с собой картошечки немножко домой, чтобы покушали собачки. Жене и дочке. Свежая, хрустящая. Так, ну что, покупку сделали, идем... Поехали домой. Радовать наших. Так, вот наша бибинька. Заводимся и едем. Сейчас мы ее заведем. Прямо отсюда. Все, завод пошел, поехали.